Сегодня для футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портила. В воротах Тибо Куртуа. В защите Рафаэль Варан сыграет с Серхио Рамосом. Лука Модрич с первых минут начинает с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь, разыграют ли они его верно. Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Сегодня для футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портила. В воротах Тибо Куртуа. В защите Рафаэль Варан сыграет с Серхио Рамосом. Лука Модрич с первых минут начинает с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь, разыграют ли они его верно. Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда... Сегодня для футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портила. В воротах Тибо Куртуа. В защите Рафаэль Варан сыграет с Серхио Рамосом. Лука Модрич с первых минут начинает с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь, разыграют ли они его верно. Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда... Сегодня для футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портила. В воротах Тибо Куртуа. В защите Рафаэль Варан сыграет с Серхио Рамосом. Лука Модрич с первых минут начинает с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь, разыграют ли они его верно. Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда... Сегодня для футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портила. В воротах Тибо Куртуа. В защите Рафаэль Варан сыграет с Серхио Рамосом. Лука Модрич с первых минут начинает с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь, разыграют ли они его верно. Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда... Сегодня для футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портила. В воротах Тибо Куртуа. В защите Рафаэль Варан сыграет с Серхио Рамосом. Лука Модрич с первых минут начинает с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь, разыграют ли они его верно. Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда... Сегодня для футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портила. В воротах Тибо Куртуа. В защите Рафаэль Варан сыграет с Серхио Рамосом. Лука Модрич с первых минут начинает с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь, разыграют ли они его верно. Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда... И мяч переходит к другой команде. Садио Мане уходит вперед. Играет он на партнера. Отличный перехват, очень вовремя. Тони Кросс. Отдает он мяч партнеру. Накрывает игрок этот удар.
А вот нападение нам показывают. Кто кого, Константин? Да, они всегда на острие атаки и умеют очень здорово завершать любые комбинации. Интересная дуэль будет, я в этом не сомневаюсь. Карим Бензема. И в воротах Тибо Куртуа. В защите Рафаэль Варан сыграет с Серхио Рамосом. Лука Модрич с первых минут начинает с Казимира в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда...